Я делаю комплекс осан, начинаю с разминки. Теперь перехожу к основным асанам. Асаны желательно должны переходить, естественно, одна в другую. Когда идет такое покохрустывание, очень хорошо. Говорит о том, что позвоночник растянулся, становится на место. Поза растянутой спины очень хороша тем, что растягивает вот эту вот заднюю поверхность бедра и спину. Те части тела, которые черствеют и по ним не проходит энергия. А растягивание постоянно вот этих вот частей тела способствует тому, что энергетика в организме течет очень хорошо. Проработка коленных суставов очень важна в этой асане. Они редко получают такую нагрузку в течение дня, и поэтому очень хорошо откликаются.
помимо всего прочего, растягивание подмышками способствует лучшему прохождению, как говорят, энергии печени. Организм лучше циркуляции. Немаловажно растягивание паховой области, вот этих мест, тут тоже может быть и застой энергии, и множество разных проблем возникает. Поэтому, когда растягиваешь эти суставчики тут, многие проблемы исчезают. После того, как эта часть раскрыта, ее надо закрыть. И закрываем мы как раз скрученной позой. То есть асана действует и как бы на открывание энергетических центров чакр. И после того, как они проработаны, надо их закрыть. То есть следующая асана идет на закрывание. Прорабатываем одну сторону, сжимаем в этом направлении печень, сначала с этого, из правого бока, толстого кишечника начинаем. А потом как бы выжимаем остальное дальше сюда, в левую сторону.
Ну вот. Вот можно считать, комплексы закончатся, да? И последнее упражнение, так сказать, на проверку гибкости, это закрытый лотос. Вот это закрытый лотос. И последнее, что можно сделать, это помедитировать. То есть сесть, расслабиться. И постараться так раствориться, что вы не чувствуете тело, не чувствуете своего сознания. Вернее, сознание вы чувствуете, что вы настолько расширились, что весь окружающий мир стал вами. Вы проросли в него и чувствуете его. Немножечко помедитируем. Значит, надо так сесть, чтобы позвоночник был прямой. Сидеть вам было удобно, ничего вам не давило, не мешало. И как бы сказать, вот здесь эта часть тоже должна быть прямая. Поэтому так как бы макушечкой потянитесь, как за ниточку. Вот. И сдерживаем дыхание, так естественно, и погружаемся. Если хорошо расслабиться, отключиться, то почувствуйте какую-то необыкновенную радость, которая происходит внутри вас. Это говорит о правильности медитации. После того, как вы растворились в пространстве и заканчиваете, верните себя назад. Для этого можно сделать следующее. Как бы делаете вдох и руками собираете себя внутри физического тела. Например, так. Собрали, сжали и спрессовали. Делайте глоток и направляете сюда. О, здесь собралось. После этой медитации вы чувствуете себя сильным,